Скилу-лу-лу, ха-ха-ха-ха. Задушил Ясуо. На скиле. На скиле, чисто. На скиле. Так, нам надо взять с вами бутылку, наверное, да? Нам бы сустейн не помешал здесь. И нам надо армурчик взять против Ясу. Опа, анархистик зашел, творит, омайгад! Просто жесть, анархистик, дядя, разошелся. Спасибо. Я просто боюсь, если так близко записывать к микрофону, то это будет очень громко. А так, давай на победочку тащи, уже спасибо. Втяли, пора, хорош. Тут согласен. Спасибо тебе огромное, анархистик. Спасибо большое. Я, кстати, рофлу-рофлами, я понял, в чем наша проблема. Вот, у меня, ну, типа, меня на Диане, Диана крутой перс, но меня часто гангают на Диане, и это выбрасывает игру, у нее нет эскейпа. Мне ее надо либо не использовать, ну, за основу, либо играть супер сконцентрированно, чтобы меня не гангали от контроля линии, потому что по фану на ней не поиграешь. То есть это тебе не, ну, не физ, у которого есть эскейп, не зет и так далее, да? Вот. Так что будем с вами стараться... Будем стараться, ребят, красиво разыгрывать. Спасибо еще раз, анархистик. От души, дядь, вот это ты ворвался. Ну, КД было, воу. Так, спида маловато. Согласен, одна победочка уже. Хорош, нюхать. Хорош сидеть, нюхать, понимаешь? Тут, понимаешь, что в запасе сидеть здесь. Понимаешь, что надо на победочку. Тут согласен полностью. Фух, спасибо большое. Спасибо тебе, анархистик, огроменное за поддержку. Нереально мощно, жестко. Вот это ты сегодня, конечно, даешь жару. Вот это анархистик дает жару, ребята. Спасибо тебе, огроменное. Так, спасибо тебе большое еще раз. ЧСВ, Владос, когда сбросишь, говорит, массу. В смысле, я постоянно сижу. Да, кето-диете, дядь. Противник убить. Я по КД сижу на кето-диете. По КД нон-стоп. Просто я сейчас калории не считаю. Так, типа, ну... Не понимаю, в чем претензии. Могу подрубить хардкорный режим, понимаешь? Я могу... Я же говорю, я хотел даже челлендж, ну, неделю не есть. Все можно будет замутить. Ля, не добрал. Не забрал. Так, Ясу на боте. Че, он забрал киллы, да? Килл-ассист. Килл-ассист. Слушай, у меня шестой. Я развалю его. Так. Ага. Нормально, жестко, мощно. У меня ешки нет, дядь. Воу. А, вот это демаш. Ну слушай, они должны его съесть. Блин, они должны его съедать здесь, да? Нормально. Ой, зря я стал чизить дальше. Но у меня Е не было. Типа, Е слишком большой кулдаун имеет. 22 секунды, это жестко. Если просто так прыгаешь. Но мне надо было добивать. Вдруг у него флеш. Call of Cthulhu у них, да, в лесу? 4-1. Нормалек. Так. Мне сейчас надо запушить. Это факт. Мне нужно запушить здесь. Вот так вот, да? Опа, ля, какой олов пошел. Домой. Домой. Красиво.
Так, она должна здесь сносить. Ну и чё, ты кинул свой ветерок? Можно сейчас забрать дракона, я вам отвечаю, пацаны. Так, можно дракона, Стас. Стас, дракона-то можно. Ну я хоть только куханом стал за Диану попадать нормально. Разваливаем челиков. Микрочеликов. Нормально, надо... Вот так вот. И пошли на реку сразу. Нам нужно здесь провардить. Выход. Аль, ё-моё, замисплеил. Ну, да ест, нет? У него же ульта есть. А, это он задоджил ее? Подожди, там звук же был ульты, да? Это он ее задоджил. Пошли, пошли, пошли. Но мне пришлось здесь ешку давать, чтобы добить краба, чтобы краба не потерять. Пришлось отдавать. Походу придется керить в этой карточке, да? У них почти фулл АД команда. Почти фулл АД. Окей, надо ломать вышку. По фасточу. Спасибо тебе еще раз, огроменный анархистик, дружище, за поддержку. От души, дядь. От души. Так, улфа расхарасили. Так, что нам надо? Ну, здесь, видишь, сильно все тоже от КДРочки зависит. Я так понял, у Диана на самом деле сильно зависит от КДРа. От КДРа? Ага, ну тут олов стоит, да, чё. Дурачка, дурачка нашли. Блин, анлаки, у меня кухан по нему не прошел. Хотя я его прям впритык забрасывал, но мне все равно, в принципе, на бэк надо. Так, ладно, она Рексайка постоит, подефает. Я тогда быстренько сгоняю за зубом на Шора. За зубом на Шора. Потому что нужен КДР. Вот, нужен дэмэдж. Арморчик мы собрали. Сейчас будет комфортно. На комфорточках будем фармить. Поехали. 3-1-1. 88 крипов. Неплохо. На топе 2-2. Терпимо. На боте 1-2-1-2 саппорт. В принципе, катка вполне терпимая. В принципе, можно разваливать молодых. Так, что думаешь про Ирелию? Нормальный перс. В прямых руках, в хорошем матчапе. Вообще пушка. О май гад, что делает анархистик? Жесть, братишка. Спасибо тебе огромное. Люблю отчетные числа. Пусть будет так. Восклицательный знак. Ха! Спасибо большое. Игр, приятных побед, славных тиммейтов. И давай уже до чалика не добирайся век. Хорошо, спасибо большое, анархистик. Хорошо. Да не, надо, надо, пацан, я согласен. Пришло время, как говорится. Подойдите, алло! Алло, он просто не смотрит. Видите, он не подходит, лол. Анархистик, блин, братишка, спасибо тебе нереально огромное.
за поддержку. Ты что-то творишь, какие-то делище просто офигеть. Че творит анархистик? Просто 5-5-5-5-5 от души, дядь. Спасибо тебе огромное. Всего тебе наилучшего. Спасибо большое. Да, надо будет запотеть, подзапотеем. Вот эту каточку. Сейчас постараюсь закерить. Чисто for you, как говорится. Чисто for you. Спасибо тебе еще раз большое. Спасибо тебе огромное, дружище. Вот. Надо каточку закерить. Тут с иглы. Тем более осталось чуть-чуть, да? Окей, я боюсь, Олаф придет. В принципе, уже я его не особо боюсь. Что даже если он придет, я его вынесу. Это уже не до нас сообщение, а какой-то WhatsApp. Где? Анархистик на стихах чисто. Спасибо большое, дружище. Спасибо огромное. Это новая вот функция. Голосовые сообщения, ребят. Так, он обрез собирает, да? Но это ему особо не поможет, я так понимаю. Что там улов на боте? Пытается, окей, надо на бот выходить. Нужно сейчас зафайтить. Надо выносить молодых. Окей, они выносят. Сейчас я по ясу могу сыграть в улын. На! Это жестко мощно, ребят. Вот это жестко мощно, конечно. Вот это жестко мощно, конечно. Надо вот эту штуку забрать, дядь. Фух, спасибо еще раз, анархистик, тебе огромное, дружище. Спасибо еще раз. Так. Потеем, потеем, потеем. Близки к победочке. Нормально, 6-1 иду. По красоте вообще. Так, что нам надо? Нам нужно тогда, по идее, Жоню собрать. Фастовую. Ну, раз такое дело, да? То есть можем Жоню фастовую собрать. Найс. Все, у нас сейчас будет Жоня. У нас есть зуб на Шора. Нам еще где-то надо КДР взять. Вопрос где? Ну, не, конечно, есть Magic Damage. Слушай, может быть, грозу личей собрать? Или может грозу личей взять? Если мы сейчас грозу личей соберем, это будет неплохо. Уже есть какое-никакое количество АП. Поэтому гроза личей будет нормально работать и на бурс, и на пуш, и на все. Ага, они идут сюда, да? Тут maybe райс. То есть тут может быть... Ага, райс на боте. Ясно. Мы ее убьем, если она... Гейминг слэш. Так. Там надо на бот идти. Ну, жалко, я медленно перемещаюсь только. Так, отлично. Тут дракон красный. Надо дракончика взять. Погнали. А, я закадешил, Тухан. Бугма, спасибо тебе большое тоже за поддержку. Здравствуй. Передай привет Лукашу. Ли-ли-ли-ля-ля.
Передай привет Лукашу, уля-ля-ля-ля-ля-ля. Привет Лукашу, передаю приветочек. Здорово, Лукаш. Не знаю, кто такой Лукаш, но привет тебе, дружище. Надеюсь, ты поймешь, что это ты. Спасибо большое. Так, личбей нам нужен, да? КДР дэмэдж дополнительный. Будет это не будет неплохо. Так-то. Окей, спасибо еще раз большое. Сто пятьдесят крипов, это good. Все супер нафижен. Найс. Надо бы набэкать. Так, мне надо набэк тогда. И надо вообще по-хорошему ботинки бы еще было собрать. Да? Ботинки бы еще надо было собрать, конечно. Ну да ладно. Так, окей, давай пока так. Пока и без ботинок можно. Я личбейн хочу собрать. То есть 2150, у нас 550, считай, есть. То есть надо 1500, да? 1500. Ну, где-то 1600, вот так вот. Личбейн собираем и погнали. У нас кап КДР. КД маленький. Хотя, ну типа да, типа можно будет все-таки через КД разыгрывать. 160 крипов. Тулов. Окей, они его забирают. Он умрет? Не. Не, он специально флешнул, чтобы не отхилился. Хорош, ВП. Так, потому что он бы сейчас выхиливался. Так-то. Что там, нема контента? Не. Контента нема. Ульту его, алло. Надо было ультить так-то. Он мог убежать. Мне надо на бэк. 1500, конечно, мы не накопили. Но можно будет сейчас ботинки собрать. Ботинки собрать, продать по оушену. Нам не нужен, да? Взять сразу себе ему спиды. И все, в принципе. Ну и барона можно идти. Ну, я думаю, это победа, пацаны. Я думаю, это победа. Я думаю, это победка, ребят. Что-то писали. Как думаешь, кого стоит мейнить, Офели или Кайса? Кто тебе больше нравится, дядь? Кто тебе больше заходит? Они оба хорошие чемпионы. Зачем он соло начал? Че, какую-то фигню делает? Без дэмэджа, без всего, без тиммейтов. Так, мне нужно сейчас тогда что? Мне нужно будет лича собрать. Правильно, правильно. Но просто по миду толкать и все. Пусть он там сидит на боте на своем. Сидит, нюхает. А мы пока что... Вот это Рекса и зря так залезла. Женя.
Да ладно, лол. Все-таки он меня забрал, да? Блин, ну он меня забрал, но ценой чего? Мы всех их забрали, как бы. Всю команду за это. То есть, в принципе, нормас. В принципе, нормально. В принципе, нормально, я считаю. За мою смерть всю команду. Я там по четверому ультимейт выдал. Сейчас они забирают здесь. Сразу лича берем. У лич уже наносит 209 дэмэджа. Это нормальная тема. Все, ГГ. Так, и нам надо с вами... Че еще? Нам нужно с вами... Нам нужно с вами... Дальше в шапку Рубадона выйти. То есть шапка Рубадона и ГГ. У тебя в кор предмет вышел. 40 ЭДРа, миллион дэмэджа. Миллион просто. С автоатак и бурстовый дамаг есть. Сейчас очень опасный. Там как бы дэмэджа реально дофигища. О, ГГ. Ну это ГГ. О, ну это ГГ. Так, еще и дракона потеряли во враге. Надо группиться на боте, наверное. И через бот пытаться... Да что ты будешь делать, лол? И через бот пытаться зафинишить, да? Думаю, да. Думаю, это победная, пацаны. Победная. Нет, тут чувствую запах победы. Тут, чуваки, чувствую запах победы. Так. На! Минус. Так. Найс! Развалил! Мне кажется, у меня очень много дэмэджа на самом деле. ГГ. Отбросом, говорит, репорт, пожалуйста. Хорошо, пацаны. Как попросили. Попросили кинуть репорт отбросчем. Сейчас закинем. Так. Кому хонор дать? Ну, я фиг узнает. Вроде, в принципе, все нормально отыграли. Надо репортыч выдать, как говорится, да? Может, был этому мордекайзеру засвав, в принципе, дать. Ну ладно. Сейчас закинем, братишка. Как попросил, получай. Так, 10-2-7, 209 крипов по дэмэжу. Ну, кстати, да, очень огромный урон. Нормально сыграли.